Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко. Еще идет геополитическая борьба. Борьба за геополитический интерес. Геополитика. Нет никакой геополитики. Те, кто управляет ветрами, заставляют верить в этот миф, в контроль над плоским пространством. С нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Господи, еще один шизофреник. Нанесли удар, разрушили страну, ввели, по сути, провели интервенцию. На жертвенный алтарь я принесу в огне невинных сотни душ людских. Чудовищным терактом мир я потрясу. Ведь трон не удержать мне без потерь таких. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? А, хочешь развязать опять войну для зверств? От украинской крови ты уже не пьяный? Глупец, на войнах мало детских жертв, и многие уже так делали, тираны. Я первый буду, вот что я придумал. На самом деле это не моя идея. Да ради бога, Леня, хочешь идти на войну, иди, мы будем ждать тебя с победой. Вы что, все тут обалдели? Вы что, не хотите идти на войну? Мне кажется, вообще у человека на лице всегда написано его жизнь, его путь и его конец. Сегодня мы должны раз и навсегда заявить, с холодной войной покончено. И что бы ни случилось, останкинские шлюхи все разложат по полочкам и ватникам все объяснят. Найдут свидетелей и потерпевших, которые на камеру что надо пробубнят и поклянутся для баранов отупевших. Ты же совсем тупой. Ты же не понимаешь, что они нанесли нам оскорбление. Мы должны или отомстить им, или погибнуть как герой. Не нужно корчить из себя Господа Бога и решать за все народы все их проблемы. Поэтому мы не можем простить это оскорбление, и я принял решение идти на войну. Мне очень нравится, что я могу по WhatsApp говорить с лидерами без всякой вот этой хрени бюрократической, когда нужно что-то очень сложно заказывать, потом очень сложно ждать и кого-то дожидаться, а потом еще неделю подождите, а люди мрут. Сегодня мы обязаны сказать, что мы отказываемся от наших стереотипов, амбиций и отныне будем совместно обеспечивать безопасность населения Европы и всего мира. Никто не рассчитывал, что в современном мире человек может вести себя как зверь. Потомки запомнят тебя навеки, как лис курятники ты в этом беспределе. Но кто же ты на самом деле? Для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. Смотри сюда и думай сам, гундяй. Вот лик Антихриста, давай-ка нас сличай. В церквях Италии и фрески, и скульптуры в средневековье делались с натуры. Ну, ты же видишь, мы похожи. Я в шоке. Это значит что же? Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства. Тогда хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет России? Правитель, бездарно проигравший страну в шахматы, 5 букв по вертикали.
Ленин? Да нет, не подходит. Вы что, не понимаете, что я им уже сказал, что мы их всех убьем? А вы знаете, что еврейцы всегда держат свое слово. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять. У нас у самих все есть. Путь этого человека мне понятен. Я читаю неплохо лица. Как вам всем уже наверняка растрендели, ваш великий царь отхватил люлей. Вы поймите, что это неправильно. Я говорю, я просто хочу мира. Но я хочу, чтобы мы с вами были. Я говорю, но это между нами. Про мир это для всех. А между нами, я говорю, вы должны очень сильно постараться. Не кричать где-то, успокоить риторику. Чтобы у нас получилось что-то. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. А их цель просто поставить на колени народ, нацию, многонациональную. Еще никогда царь Леонид не становился ни перед кем на колени. Особенно так низко. Не, ну что поделать, все бывает впервые. Мама, если меня кто-то будет спрашивать, то меня нет, я пошел на войну. Хорошо, только недалеко, чтобы я видела, Лень. У нас есть позиция, с которой можно спорить, можно не соглашаться. Но она понятна, прозрачна. И стабильно. Ты забыл, какой ценой нам досталась стабильность? Такси! Хорош. Ну как? И что? Это по поводу... А что вы хотели? Так, ну, хватит ржать! Получили вы достаточно оружия, чтобы избежать захвата Киева? И какие вы гарантии готовы отдать? Нет, нет, наверное... Ой! Слушай, а зачем его бухим показывать, если он виртуальный? Каналу рейтинг повышаем. Мы строим это общество. Мы только начали его строить, но мы всегда были такими. Что у нас нету больше власти и народа. У нас есть только одно. Мы все народная власть. Мы все одна страна. Рендер-сервер 100-400. Посчитать можем примерно 100 главных и 400 второстепенных политиков. И это страшно, потому что в этой цельности все, в этой цельности мы себя хотим защищать. Ну вот, а они хотят просто разбить это. А что, у американцев то же самое? Да мы раз в 10 круче. Посмотри, какие у нас характеры выпуклые. Что Ельцин, что Зюганов, что Жириновский. Чихов, три сестры. Вы готовы гарантии какие-то дать, чтобы... Гарантии для чего? Мы не нападаем на Россию, не собираемся на нее нападать. И еврейцы отправились в путь. Они шли очень долго, потому что шли очень медленно. Но пришли очень быстро, потому что было недалеко. Гарантии что? Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Что я должен сказать? Кому я должен что-то дать? Боже мой, Абрам Моисеевич, а что это вы делаете? Как что? Я стал партер. Серьезно? Если честно, я думал, что вы стали раком. Вы понимаете? Дело в том, что это же тоже информационная бомба, про которую все говорят. Что отдать? Господи, что ты хочешь от нас? Изя, я тебя умоляю.
бартер становится, когда ты еще воюешь, а раком, когда ты уже проиграл. Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти, сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Я ж сосед. Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной. Поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем. Мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли. Текст для политиков пишем мы. А кто ставит задачи? Кто решает, куда повернет национальная политика? Олигархи? Это нам с яхтой. Эй, какун, бонжур, плешивый орел. Как там наши делишки? Даня, слушай. Олигархи тоже наши клиенты. Просто половина из них выдали нам вожжи в руки. Гоняем их по бенефитам, по новостям, по судам. Ведь это же грандиозное надувательство. Да ты что? Мы же им жизнь облегчаем. По своей природе любой политик – это просто телепередача. Вы только что сказали, что хотите общаться с Владимиром Путиным. Владимир Путин сейчас не хочет разговаривать с вами. У вас есть сообщение для него сейчас, когда украинцы под атаками? Колонны под атакой. Как-то хотите предотвратить эту эскалацию или даже сейчас? А нужно дать народу шоу. Тогда он забудет про все. Про маму, про папу, про работу, про жену. В международном мире очень популярно выражение. Выступление Черчилля. Он же мало спит. Який меседж Путіну, так? Президент, мене звати Рома Сухан, я представляю тут... Подожди, а на что тогда все это опирается? Ты чего? Вот про это ты не думай. Вообще никогда. Что касается в целом, вы находитесь в офисе президента, и все немного изменилось. Настроение нормальное, боевое. Команда у нас вся работает. Дезертиров у нас нет. Не потому, что дезертиров пристреливают в военное время, а потому, что никто никуда не побежал. И это очень важно. Это говорит о том, что мы украинцы, и украинцы от проблем и вызовов не бегут. 3 дня и 3 ночи длилась эта битва. Как только не выхватывали еврейцы за это время. Их имена навсегда останутся в истории. И только одному из них удалось выжить и рассказать эту историю потомкам. Бло! Привет! И ты здесь? А ты в Компромате? Откуда знаешь? А оттуда все начинают, чтобы руку набить. А ты кем работаешь? Зав. Отделом русской идеи. Да, с монополией в России, матушки, проблема. Купишь пару улиц, а потом выясняется, что там люди живут. Люди ничего не думают, что это их улицы. Да. Слушай, если будет идея, ты заходи, ладно? От меня мало толку. Пробовал несколько раз думать, ничего не выходит. Не совсем так. В наше время люди узнают о том, что они думают, по телевизору. Поэтому, если ты хочешь купить пару улиц и не иметь потом бледный вид, надо сначала сделать так, чтобы над ними торчала твоя телебашня. Если встать...
падают на носочки. Увидишь ты одну страну. Он держит 20 от березы. Вау. 10 от Басаева и 2 от Вахабита. В далекие времена на берегу Мертвого моря стоял красивый и могущественный город Хайфа, в котором жил гордый народ Авраама и Исаака. Тут Авраам родил Исаака, а тот Иакова родил. Ну и, конечно, какой-то женщины, потому что без нее у Авраама с Исааком вряд ли получилось бы создать целый народ. Слушай, я что-то не понимаю. Они нам что, свои деньги отдают ради того, чтобы мы их компрометировали? Ты опять? Я тебе сказал, не бери в голову, не бери в голову. Ботва от злости просто взводит. Не слишком ли? Нет. Народу нужно занять мозги, а эмоции пусть выгорают. За всю историю ни один народ не смог захватить еврейцев, потому что никто не хотел с ними связываться. Всевышний выделил им землю. И был подписан двусторонний договор. Нежный, твердый, модный. И тогда в очереди ко мне подошел Лавров, и он сказал, что господин президент, я министр иностранных дел, я ему сказал, да, я вас знаю, я смотрю телевизор. Господи, что ты с этому ящику-то веришь? Настоящая мафия, это вот как раз те, кто у джойстика сидят, там, 5 человек, манипулируют нами. Но ведь должна же быть хоть какая-то логика развития сюжета. А мне не нужна логика. Мне нужен компромат. А вот это не компромат, это говно. Понял? А у него лишь пункт один. Не может быть! Один, один. Какой? Простой, чтобы их хранить. Этот город помощи устал скорой всей. Израиль, мы не знаем, как у вас, а у нас все класс. Там вон Киев, дальше Львов, ну а там Донбасс. Чего вы хотите от России и так далее? Я ему сказал, вы знаете, я хочу просто правды. И если я говорю, это между нами, он говорит, да, конечно, между нами. А что это ты идешь на войну в свадебных туфлях, Леня? А если ты их сносишь, то в чем я тебя буду хоронить? Адон Олам, Ашер Малах, поймет в Днепре. Практически любой. Детка. Это Днепр. Между нами, я бы очень хотел, чтобы вы освободили наши территории и наши отношения между нашими странами вернулись в немножко, лет на 10 назад, потому что то количество друзей, которое у меня там было... И автомат, что за плечами? Кто, как не мы? Кто, как не мы, поймет сейчас? Те отношения, которые у меня были по бизнесу, по там неважно, с ребятами из России, говорю, это все, этого ничего нет, я ему говорю. Это поменялось, перечеркнуто. А что такое? Мне надо тренироваться, мне скоро идти на войну. Иди ты в жопу, тренируйся у себя под окнами. Не понял ничего, да? А мы его сами создадим, а? Можем? Можем. Сможем, образы давайте. Во-во-во, мы его нарисуем. Просто карта так легла в непростой игре. Просто Родина пришла в город на Днепре. Включи телевизор, срочно на работу, у нас кризис. Сева, все правительство стер. Что?
Что значит стер все правительство? Город, город, где растят укропы, сухим держат порох. Дерзкий, губернский, детка, это Днепр. У нас один, у нас один меридиан. И в этом соль заключена, и в этом суть обнаженность. Город, город, где есть деньги, но дороже денег договоры. Земля, что свыше нам дана, она ведь не всегда страна. И не тогда она страна, когда нам быстро дана. А тогда она страна, когда быстро дана. Мы не знаем, как у вас, а у нас Юшмаш. Посмотрите, вон летит. Точно, это наш. Шлем поздравления всем коленям. Днепровский хаксамех вам. Скрылся, милый, за Урал. Видит Бог сейчас. Сатана там правит бал. Но чертеж у нас. Написал программу, которая в конце каждого месяца всю директорию должна была стереть. И подсадил файл в Кириенко. А дальше эта программа сама все правительство заразила. А потом дефолт всему. Кто всем этим на самом деле правит? Вот тебе второй совет. Не суйся. Дольше будешь живым богом. Что ты этому ящику-то веришь? Настоящая мафия – это вот как раз те, кто у джойстика сидят там, пять человек, манипулируют нами. Хотя, честно говоря, я и сам не знаю. А ведь столько лет в бизнесе. Будем жить и веселиться до тех пор, пока он не пересмотрел. Спасибо. Договор. Наш четвертый Рим. Классный. Чтоб не танцевал то ли гопак, то ли 740. Мы переберемся жить к вам. Готовьте хлеб-соль. Коли родный. Детка, это Днепр. А вы читайте о году в Иерусалиме в будущем году. Город, где укропы, порох, где габаны, где 740. Мажоры, миноры, споры, коридоры, договоры, эгрегоры. Так в Иерусалиме в будущем году. Вот ты пишешь, коллективное бессознательное. Сам знаешь, что это такое? Ну, на уровне коллективного бессознательного. А ты не боишься, что есть кто-то, кто знает отчетливо? Господин Азадовский, я этого не боюсь. От того не боюсь, что все те, кто знает отчетливо, что такое коллективное бессознательное, давно торгуют сигаретами у метро. Ну, в той или иной форме, я хочу сказать. Ты хоть во что-нибудь веришь?